Так, а почему-то они не ставят лайки. Блин, я же их прошу, они ставят. Так, ну-ка, блин, так, комментарии. Так, блин, это... всем привет, ребят, с вами, как обычно, Паша, Влэйзи и сегодня, друзья, я, знаете, я так решил почитать ваши комментарии. Посмотреть, сколько лайков набираются. И, черт, немножко прифигел, потому что лайков очень мало. И, ребята, давайте так, вот вы сейчас, ну, как бы, измените эту ситуацию. Вы поставите лайк данному видосику, подпишитесь на мой канал, потому что, ребят, 100 тысяч, вот, ну, осталось совсем чуть. Ну, подпишитесь вы, ну, блин, будьте вы людьми, пожалуйста. Ну, как бы, пожалуйста, поставьте лайк, там, подпишитесь. Ну и сегодня, друзья, мы отправимся, так, ну не знаю, наверное, на работу, потому что, ребят, что-то я давненько не работал. Так, ага, там житель меня подменяет, так, ладно, а вот еще вроде как никого не было, так что, во, как раз таки, ребята, урожай, это мы его сейчас соберем, посадим новый и все будет чики-пуки. Так, а что там у Иваныча, так, ладно, ребята, урожай пока что остановится. Так, это что такое, так, ход по отпечатку пальца, ну-ка, о, ребят, подошел. Так, ну как, ой, закрывается так, ну ладно. Иваныч, привет, это чё ты тут устроил? Это чё за, блин, лаборатория какая-то? О, привет, Влэйзи. Да я тут это решил заняться командными блоками и, прикинь, сделал так, что можно перемещаться в мир с картонкетом. Ты точно чокнулся. Какие командные блоки? Это вообще что такое? Это какой-то новый блок? Ну-ка, так я его сломаю. Ладно, понял, не ломать. Слушай, какой Cartoon Cat? Ты издеваешься? Я же его давно убил. Да нет, дело в том, что я создал параллельную вселенную, можно так сказать, где там новый Cartoon Cat. Короче, система точно не настроена, но... короче, я предлагаю тебе так. Ты будешь первым моим испытуемым и пойдешь в этот мир на 10 дней. Первым испытуемым, ты что, издеваешься, на 10 дней в один мир с Cartoon Cat'ом еще? Ты нормальный вообще, а? Ну, подписчики лайки там поставят, ну, блин, серия как раз тебе. Ну, блин, тут ты прав. Так, ну, блин, 10 дней выживания с Cartoon Cat'ом. Так, ну, блин, друзья, я не знаю, блин, запускать ли такой мини-сезончик 10 дней с Cartoon Cat'ом. Так, ну, блин, ребят, не знаю. Ну, давайте так, если вы сейчас же поставите лайк, подпишитесь на мой канал, сделайте красную кнопочку подписаться серой. Вот тогда я, ребята, соглашусь. И будет тебе 10 дней с Cartoon Cat'ом. Блин, ну... Короче, ребят, все, ставим лайки, и тогда я соглашаюсь. Так, ну, ладно, Иваныч, давай, я соглашаюсь. Что надо делать? Тут нажимать? Ага, понял, так, не нажимать, так... Заходим в кабину. Все, хорошо, так, ребята, сюда проходим. Так, выставляем карту. Так, ладно, ждем. 1, 2, 3. Пак! Ой! О! Что, прогружается? Стоп. Чего? Так, ребята, мне кажется, Иваныч немножко увлекся своими, как бы, этими, командными блоками, да? И, ребята, перевел нас на новую версию Майнкрафта, блин! Ребята, я в новой версии вообще нифига не... О, ребят, смотрите, сундук, о, ура, сундук! Хотя бы, ребята, Иваныч добавил нам бонусный сундук. Ё-моё, новая версия, блин, такая непривычная, так... Ой, анимация... Каменная кирка. Ребята, это уже спасение. Все, ребят, давайте быстрее забираем. Так, главное, картун... О, деревня. Еще деревня, ребята, рядом. Вот просто все замечательно. Стойте, ребята, стойте. Нам надо сундук-то забрать, потому что, ребята, сундук это тоже главное. Так, все, ребята, мы забираем. Стоп, там... Или мне кажется, или там еще деревня. Стоп, две деревни? Вот прям вот две деревни. Вы сейчас что, издеваетесь? Офигеть, друзья, ну-ка, может, третья сзади? Нет, нет, а может, тут нет. Блин, потому что, ребята, две деревни сразу же, я такое первый раз вижу. Хотя я, знаете, я и на новой версии Майнкрафта, как бы, ну, первый раз играю, вот. И, ребят, ну, вот реально, поставьте лайк за 10 дней выживания с Cartoon Cat'ом. Я надеюсь, что, ребята, в первый день мы его не увидим. Кстати, ребят, да, это наш первый день, так что, надеемся, мы тут сразу же не подохнем. Так, ребята, давайте... О! Нифига у вас тут, блин, обустроены домики. Так, ладно, ребят, давайте забираем оранжевую кроватку. Так, ну-ка, вот тут еще пшеничка у вас. Так, арбуз... А, блин, арбуз мне не нужен. Так, пшеничка вот так, пшеничка так, пшеничка вот так и вот так вот. Так, все, ребят, наверное, первым делом нам нужна... еда уже, ребята, у нас есть. Так, ну-ка, кровать красная. Не, я не хочу, мне оранжевая нравится. Блин, слушайте, ребята, планы на серии таковы. Мы должны, короче, обворовать эту деревню и потом, ребята, пойти уже в другую деревню, потому что там, по-любому, ребята, у нас что-то интересное. Так, главное, чтобы Cartoon Cat не подошел. Что это такое, какие-то штуки? Так, ладно, ребята, о,
Кюма. Я не знаю, как это делать так. Изумруды. О, слушайте, ребята, мы можем с жителями на что-то, наверное, поторговаться. И, кстати, ребята, вообще, пишите в комментариях, продолжать ли снимать такое вообще, такое выживание. Да, 10 дней выживаю с картонкой там. Так, ну-ка, ребят, давайте сюда зайдем. Так, тут у нас... Это что такое? Ё-моё, это какая-то фигня. Так, ладно, давайте дальше проходим. Ну, слушайте, мне кажется, то, что мы сегодня с вами так неплохо освоимся. Сразу же, в первый же день. Так, ребят, давайте все забираем, все забираем. И последний на сегодня домик. О, нифига себе, сколько изумрудов. Ребят, 13 изумрудов и 25 кусочка хлеба. Ребят, мне кажется, то, что мы уже обеспечили себе еду. Уже, ребята, обеспечили себе верстак, некоторые ресурсы. И идем, ребята, уже в следующую деревню. И, кстати, ребят, мне кажется, то, что я тут буду по-любому ночевать. Потому что, ребята, все же с картункетом, ну, ребят, ну, блин, мне кажется, может справиться вот этот огромный голем. Так что мне кажется, то, что это будет реально очень жесткое противостояние. Так, я... Ребята, чур я забираю вот этот дом. Чур я по-любому забираю вот этот дом. Ой, ай! Ё-моё, что, ловушка какая-то? Неизвестная карта. Так, ребята, ой, ё-моё, сколько тут карт. Так, ребята, забираем их тоже. Так, жители сдался. О, морковка, морковка, ребят. Ну, морковочку я возьму. Я все у вас возьму. Ребятки, я, конечно, извиняюсь, но еда мне важнее. Вы ж не едите, вы ж ничего не делаете. Так, вы просто работаете. Так, ребята, мы все забираем аккуратненько, аккуратненько. Все, наконец-таки мы уже полностью обворовали деревню. Кстати, надо покушать, ребята. И вот, ну, либо мне кажется, либо, ребята, нет. Но мне кажется, то, что там как будто бы пустынная деревня. И, ребят, давайте ее тоже быстренько облутаем. Стоп, мне или кажется, или там еще одна деревня. Если да, то это капец полный. Ё-моё, что за новый Майнкрафт вообще? Взяли, понаставили тут деревень. Ой. Это вообще кто такой? Ёшкин, матрёшкин, что за новый Майнкрафт? Ты что, я не знаю. Я поскорее вот эти 10 дней прожить, и я уйду отсюда. Так, ребят, оказывается, это реально какая-то деревня, но только она какая-то непонятная. Тут, так, ребята, пути надел. О, стоп, это житель там был? Эй, житель, привет! Тихо. Ты кто такой? Ты чё, а чё тут делаешь? А чё ты зомби? А чё? Стоп, ребят, это... Так, ребят, если что, подсказывайте в комментариях, что это такое, потому что я особо-то, ну, не понимаю. О, кстати, стоп, а из пшеницы можно сделать так, обычно? О, так это ж ценный ресурс. Так, ребят, ну все, добываем, добываем. Угу. Так, ладно, короче, зомби-жители, давайте, удачи вам желаю. Йо, о, котик, прикольно. Так, я вас не буду, короче, трогать, вы что-то какие-то скучные, у вас ничего и ни черта нету. Так, только есть свинюшки какие-то и больше ничего особо такого нет. Так, блин, тут зомби, так, тут тоже зомби, ё-моё. Так, а вот тут вот эта пшеничка, ребят, мы ее забираем и все получается, друзья. Мы все болтали, но все же, ребята, я заметил кое-что в... Черепаха? Черепаха? Ребят, это, ну, как бы не смущает. Анимация? Чего, стоп, реально? Офигеть. Так, ребята, вы не удивляйтесь, то, что я так сильно, ну, в шоке от того, то, что вижу. Потому что, ребят, я максимум играл, ребята, в детстве там на 1.5.2. Хотя, может, такой версии уже не существует. Но, ребята, я играл на очень старых версиях. И поэтому новая версия для меня это что-то новое. Так, это айсберг. Так, ну, айсберг я видел в интернете. И мне кажется, то, что, ребята, все же третью деревню мне... Померещилась. Нет, ребята, мне она не померещилась. Она реально существует. Ой, ребятки, слушайте, мне кажется, то, что солнце садится, и нам надо как можно быстрее поторопиться. Ой-ой-ой, быстрее, 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 быстрее. Во, три деревни? Вы серьезно? Три деревни? Ребят, это просто капец. Так, ладно, короче, я в этой деревне, в принципе, поселюсь. Как раз таки биом прикольный. О, и дома прикольные, ребята. Все, давайте быстренько так облутаем. Так, тут ничего нету. Хорошо, жители, привет. Ой, котейка, прикольно. Так, ребят, тут это... Ой, яблочки, яблочки, ребята. Вот яблочки я обожаю. Может, золотые яблочки потом уже делать, да? Надеюсь, привет. А, так, все, ребят, закрываем. Так, о, и как раз таки, ребята, тут железный голем есть. Так, ну-ка, тут ничего нету. Так, о. Скот, офигеть, ребята, это жестко, так, ладно. О, еще порт есть у них, нифига себе. Так, тут у нас реально ничего нету. И, ребята, все, первый день у нас подходит к концу. Мы, в принципе, облутали, ребята. А, что мы облутали? А, деревни, три деревни, ребята, я офигею, если где-то... Вы сейчас серьезно, да? То есть, ну, типа, четыре деревни подряд. То есть, если я к этой подойду, то я увижу пятую.
так, ребят, это полный капец, я не знаю, я в шоке до сих пор с этого. Ой, Майнкрафт, это что такое за здание? Так, ладно, ребят, давайте дальше. Ой, уже темнеет. Ой, тихо. Нет. Так, ребята, быстрее. Нам надо себе место найти. Так, ребята, вот это мы заберем. Так, все, быстренько. Ребята, сейчас мобы повылазят, а это будет очень плохо. Так, ребята, все, быстренько хаваем. Так, нет, желательно хлеб. И, так, ребят, ну, вроде как картонка, это я пока что не вижу. И поэтому, друзья, все, мы быстренько вот где-то вот тут, вот так, где я тут брал эту вот оранжевую кровать. Ребята, мы вот тут будем спать. Всем спокойной ночи, и я спать. Ребят, доброе утро. А что это за звук? Вы! Что это он? Ребята, я уже думал, что картонка это я. Так, бежим. Так, быстрее. Валим на гелике. Валим гелим на валике. Так, ребят, быстрее. Так, нам надо план. Так, ну, в принципе, он пока что меня не видел. Так что он, ребята, будет долго перемещаться. Так, надеюсь. Ребята. Нет, он опять поет свою музыку, блин. Так, ребят, быстрее, я же верстак брал. Так, быстрее, ребята, быстрее. Опа, так, быстрее, ребята, делаем. Опа. Так, в смысле, почему лодка не делается? Давай, лодка. Ребят, это капец. Так, как лодка-то делается, блин, я не понимаю. Так, ну-ка, вот так. Как я, ребята, не понимаю, ёбай, он все равно там поет. Так, надо подумать, ребята, надо. О, лодка! Какая лопата? Вы чё, блин? В Майнкрафте вообще не надо было эта лопата. О, боже. Так, ребята, быстрее. Так. Ребята, он все равно поет свою песенку. Так, ребята, быстрее забираем верстак, быстрее. Честно говоря, ребята, мне интересно, что, почему. Может, он, ребята, все же добрый и нормальный. Так, только вот чем бы... Так, ладно, ребята, топор есть. Так, ой, что? А! Ой, что? Какой плеер? Все, ребята, бежим, он у меня. Тихо. Валим на балике. Так, все, ой, ребята, ну-ка. А, он же воды по-любому боится. Он же, ребята, воды по-любому. Ну что, картонка, да боишься ты воды. Ха-ха, лох. Ребята, он бежит. Нет, что ты? Нет, пошел нафиг, нет. Ребята, мне кажется, я довыпендривался. Причем очень жестко. И все, заново ты! В смысле? Так, ребята, я боюсь, что... Блин, что делать? Так, ребята, вещи все потеряны. Блин, я слушаю его музыку, блин, все время. И мне кажется, то, что, ребята, он где-то рядом. Ёшки-матрёшки, ребята, это очень было страшно. Он как-то меня притянул или что, я даже не понял, блин. Я думал просто посмотреть сзади, что он там делал, но... Так... Ну, вроде как, ребята, его тут нету. Господи, а как наши вещи? Так, ребята, короче, я вернулся опять в эту проклятую деревню. Короче, я так понял, то, что всех жителей он просто перемочил, перевалил. Я не знаю, как это еще назвать. Но, ребята, это второй день, вы понимаете? Это второй день. И мне кажется, то, что нам бы сейчас в лучшем случае забрать наши вещички. Нет, я опять слышу эту музыку. Так, ребят, быстрее. О, мои вещи. Это ж мои вещи, да. Надеюсь, что это, ребят, мои вещи. Так, все, забираем. В смысле, где мои вещи? Стоп. Я не понял, они что? Они все пропали, вы... Вы сейчас... Ой, нет, тихо, ребят, это главное, чтобы я его не видел. Блин, он копил. А, опять! Нет! Пошел нафиг! Я понял, друзья. Просто, ребята, не знаю, там поставьте лайк, там подпишитесь. А я, ребята, погнал искать новую деревню.